А если вот так? Конь Е3. Шах и мат. Блин. Игра просто гениальная. Так говоришь, кто ее придумал? Ваш подданный, Сиса Бен Тахир. Только почему он коней сделал, а не слонов? Так вот же слон. А, точно. Надо его отблагодарить. Приведи его ко мне. Намасте, мой повелитель. Мудрец, как мне тебя отблагодарить? Проси, что хочешь. Слонов, наложниц. Может быть, наложниц на слонах? Слонов на наложницах? А может быть, наложниц в виде слонов? А может быть, перематывать песни в индийских фильмах? Хотя... Повелитель, я простой человек. Можно мне за первую клетку шахматной доски одно зерно? За вторую – два. За третью – четыре. Удваивая количество зерен за каждую клетку. Ха-ха-ха. Мать моя, лакшери. И все? Сделайте, что он просит. Повелитель, вызывали? Я не понял. Уже столько времени прошло. Почему вы до сих пор не выплатили эти зерна этому сисадмину? Сиса Бен Тахиру? Да, точно. Уже неделя прошла. Тут такая проблема. Казначей посчитал, сколько нужно зерен, и вышло вот столько. Ох, них Махатма! Сиса Бен Тахир оказался не только очень изобретательным, но и очень хитрым математиком. За первую клетку он попросил одно зерно, за вторую – два, за третью – четыре, за четвертую – восемь и так далее. На первый взгляд может показаться, что это такое ничтожно маленькое количество зерен, что награда просто смешная. Но это геометрическая прогрессия, где каждый член в два раза больше предыдущего. И если даже в начале это какие-то очень маленькие цифры, но чем дальше мы будем идти, тем числа будут расти в очень большом масштабе. Давайте определим последнее число. Двойка – это 2 в первой, четверка – это 2 в квадрате, восьмерка – это 2 в кубе. И так как клеток на шахматной доске 64, тогда получается количество зерен на последней клетке будет 2 в 63 степени. Это очень большое число. Но давайте все-таки посчитаем сумму всех зерен. Чтобы посчитать сумму чисел геометрической прогрессии, нужно первый член умножить на множитель, то есть на то число, на которое мы умножаем, чтобы найти следующий член, в степени, сколько у нас членов, минус 1, и поделить на этот множитель минус 1. Тогда в нашем случае получается сумма зерен на 64 клетках. Первый – это у нас единица, умножить на множитель у нас 2, в 64 степени минус 1. Поделить на 2 минус 1. Получается 2 в 64 степени минус 1. Это очень большое число. А если вы хотите точно, то это 18 квинтиллионов, 446 квадриллионов, 551 тысяча, 615. Это приблизительно 1200 триллионов тонн пшеницы. Для такого количества зерна нужно было построить амбар размером с Москву. Ну и так, для справки, это примерно в 2000 раз больше всего урожая пшеницы за 2020 год. Примерно такие расчеты и показали королю. Спасибо за просмотр.
Пройдем! Атакуйте их! Ах, да. Я забываю, что мне надо в Иран. Ой, блядь, что я жестокий тиран. На мосте мой появились. Я не знаю, что я забыл.